Всем большой привет, всем гостям, всем подписчикам моего канала. Сегодня мы с вами будем готовить очень необычное, очень вкусное блюдо. Это запеченная капуста в духовке в шапке. Для этого рецепта нам понадобится сама капуста. Я ее уже почистила. Вот здесь нужно ее разрезать на 4 части, чтобы она очень хорошо проварилась. И мы будем варить ее на пару в нашем термомиксе. Еще нам понадобится 500 грамм мяса, у меня смешанная свинина и говядина, лук, сметана, одно яйцо, перец, соль и вот такой вот бекон. Где-то 1,5 пачки, ну вот у меня 2 пачки, я думаю, что 2 пачки я не израсходую, где-то 1,5 пачки мне понадобится. И еще я запеку вот такую картошку вместе с этой капустой. В нашем нете мы получили вот такие вот талончики по почте, которые можно клеить на овощи, на фрукты и получать скидку 10 или 20%. Итак, для начала нам нужно отварить на пару вот эту капусту. Не забудьте, что ее нужно разрезать на 4 части, чтобы она хорошо проварилась. Мы закрываем капусту крышкой и ставим ее на 30 минут в арома, скорость 1. Пока наша капуста готовится, я подготовила картошечку, я ее помыла, посолила, поперчила, добавила чуть-чуть зелени и будем выпекать вместе с капустой. Все, наша капусточка готова, так она сейчас выглядит, пускай она маленько остынет, а мы пока займемся фаршем. Так, нам нужно перемолоть 1 или 2 луковицы, я возьму 2, они у меня не очень крупные, потому что... Можно добавить чеснок, это уже по вашему вкусу. И мы перемалываем 5 секунд на скорости 5. Итак, в микс-чаш мы добавили 500 грамм нашего фарша, 200 грамм сметаны. У меня вот такая сметана, 10%. Одно яйцо. Добавлю я еще вот такую смесь специально для фарша. Здесь панировочные сухари, перец. В общем, зелень немножко добавлю еще этой смеси. Черного перца добавлю. И немножко вот такой приправы. Ну, это вы уже добавляете по самому вкусу. Как вы любите делать мясо, так и добавляете. Я вот люблю с такими приправами делать. Теперь мы это все закрываем и с помощью ложки перемешиваем 15 секунд. Ножи крутятся в другую сторону. Вот так это выглядит. Вот такой фарш сейчас получился. И теперь мы начинаем этим фаршем обмазывать нашу капусту. Я ее маленько присолю. Потому что мы когда варили, не добавляли соли, чтобы она не была такая у нас безвкусная. Я ее чуть-чуть присыплю вот такой вот солью с травами. Чуть-чуть. И теперь мы начинаем обмазывать нашу капусточку вот этим вот фаршем. Со всех сторон. Все, наша шапка готова. И еще сейчас наверх мы выкладываем вот этот вот бекон. Прям вокруг всей этой массы. Так вот. Делаем вокруг наш бекончик. Одна пачка закончилась. Открываем вторую. Ну вот так вот выглядит сейчас наша шапочка. Такая получилась, она очень симпатичная. И сюда же мы сейчас высыпаем вокруг картошку. И отправляем все это чудо в духовку на 200 градусов на 40-45 минут примерно. Все, идем в духовку. На 200 градусов на 45 минут я поставила ее в духовку. Посмотрите, какая красотень. Так, ну все, наше блюдо уже готово.
Ну все, наша капуста, наша картошечка готова. Посмотрите, как это аппетитно и румяно выглядит. Обязательно приготовьте этот рецепт, вам очень понравится. Всем хорошего времени суток. Пока-пока!